Димка у нас сегодня приехал. Говорит, хочу на море посмотреть. Тогда поехали. Это время почти 7 часов вечера. Вот он ехал из своего Мичуринска до Анапы на поезде. Сегодня утром был, в 9 часов был в Анапе. Приехали за ним, как они называются, Блаблакар. Ему прям повезло. Женщина с ним ехала из Анапы до Черноморского. Их довезли на этом Блаблакаре до Евпатории. А в Евпатории ее встретил муж. Ой, муж, господи, муж, зять. Зять ее встретил. И вот Дима с ними доехал прям к нам. Идет, сама смеется, говорит, я как из машины в носках. В шлепках в носках. Вот. А Егорка у нас сегодня обгорел. Не спасла ни шляпа с полями, ничего. Потому что они уехали, ушли пешком на море в 7 часов утра, а приехали только в 2. И он даже через шляпу с полями сгорел. Теперь вот мазью намазанной ходит. Обещали дождик. А его все время обещают. Здравствуйте, мои дорогие. Бабушка вновь постриженная. Так, Димка, куда Димка пропал? Пошел переодеваться. Гриш, ну ты будешь купаться-то, Гриш? Будешь? Ветра вообще нет. Ветер подул. Ну что, обгоревший внук мой. А, Димка шагает. А Егорка сказал, что уже накупался сегодня. Ой, мои дорогие, Дима привез, мне подарил, как-то они называются, умные часы, что ли. Вот такой прям браслет. Я вам потом покажу дома. Они и пульс показывают, и погоду, и там, ну, привязаны к телефону. Ой. Вот теперь еще это надо осваивать. Тоже купаться привели. Конечно, жарко. Гриш плавает. Хорошо у тебя получается.
довольно искупнулась. Хорошо, сидишь себе на песочке. Прям релакс. Ты умудрился так вот поджариться сегодня. Эти мазали. Ой. Ну все же 4 часа. Ну какие же 4? Это больше. А я вообще, если что, подумаю, 7. Это с тобой, товарищ? Нет. Пришел лег. Вот какую сделали арку. Это... Был же день защиты детей. Тут был концерт, всякие игры. Вот такую вот штуку сделали. Народ гуляет вечером. Не жарко. Все повыползали гулять. Едем домой. Прогулялись, в магазин сходили. Опять? Я же боялся толкать пойдет. Тихо сегодня, прям ветра нет. Красота. Пошло дело. Хороший огонь. Мужчина у нас появился. Вот такие вот умные часы Дима мне подарил. Ну, освою. Покажу тогда. Часы. Смарт-браслет. Марки Xiaomi. Модель Mi Band 3. Очень интересное приобретение. Удобно в использовании. У него у самого такие. Да, вот они точно такие же, один в один. Они абсолютно влагозащищенные. Вот, в них можно купаться. Все что угодно. Вот, да, вот контакты зарядки. Видно кому. Значит, сам ремешок. Защитное стекло. Так, что? Большая какая-то умная книжка, инструкция. Вот тут зарядка, такой маленький проводок. Все это просто соединяется, включается в любой USB разъем, можно даже в компьютере будет заряжаться. Так, всякие поролонки вытащить. И как удобно, какой, кому в какую сторону удобно. Мне лично вот удобно вот так вот, чтобы грибок смотрел на меня этот. Значит, пупырышкой на себя всегда надо делать. Оп, все. Снимаем пленочку. Он уже включен. Осталось только подключить его к телефону. От телефона он автоматически принят все настройку, время, дату и так далее. С телефона можно все уже регулировать.
Можно установить будильник, он будет вибрировать, когда надо проснуться. Также имеет поиск телефона. С него можно искать телефон, где там находится. Это все надо. Когда подключим к телефону, все функции будут доступны. Пока ничего не доступно. Пока он пишет, типа, подключите к телефону. Вот, также передает сигнал звонка. То есть кто-то звонит на телефон. Можно установить, чтобы сразу срабатывало устройство и пошла вибрация. Либо какой-то задержкой, либо чтобы телефон сначала телефон сработает, и через какое-то время браслет начнет вибрацию. Также имеет пульсометр, шагометр. Ну, это все такое второстепенное. Ну, для меня наоборот, пульс. Ну, да. С моей тахикардией, так это. Кто со спортом занимается, какие-то проблемы со здоровьем имеет, конечно, очень хорошо поддерживать. Посмотреть, есть разные режимы, смотреть сразу пульс, ну, чтобы во время показан перебой, там меньше пульс, когда больше пульс. И на телефоне все это будет дублироваться, то есть телефон видит, когда, в какое время, какой был пульс. Потом можно посмотреть, например, когда был какой пульс. Вот, заряда хватает дней на 15. Вот тем хорошо, то есть зарядил полтора часа, он заряжается и забыл про него. Вот. Погоду он показывает. Да, погоду, ну это вот, да, он сконнект с телефоном, как на телефоне установлен, какой регион на телефоне там и так далее. Он его дублирует 3 дня сюда, 3 дня тут можно посмотреть погоду, постоянно 3 дня вперед показывает погоду. Вот. Также сообщение устанавливаешь, то есть на телефон пришло сообщение, сюда тоже дублируется, чтобы что-то пришло. Можно почитать так, быстро пролистнуть. Ну и смотреть на телефоне. Ну и самая вот интересная функция, которая очень полезна, когда вот, говорю, телефон находится где-то в сумке, далеко, лежит на столе, не слышно, кто звонит постоянно, пропущенные, а браслет он их, звонки, так сказать, принимает на себя, и он постоянно с собой, постоянно вибрация идет, то есть слышно, когда кто звонит. Сразу посмотрел, о, звонок, пошел телефон искать, достал из кармана. Так что вот такая полезная вещь. Да, вещь очень полезная. И самое дело, что просто все проще, как калькулятор буквально. Все, управление сенсорное. Вот тут даже что-то есть. Фирма, типа как С, что там. Все это вот предустановочные какие-то. Угу. Face ID. Ну, это оригинальный, тут много всякой. Так что вот такой подарок мне сделали. Да, вот тетя Люб вот будет помощником. Время и все на свете. Погода, шагометр. Спасибо всем за внимание. Да нет, мальчишки Димой просто очарованы. Ну, да. Разве бабушка будет разжигать мангал, чтобы сосиски им пожарить? С хлебушком. С хлебушком. Конечно, с моря-то пришли. Угу. Пока, скажу, ваше мясо пожарится, да? Угу. С голоду умереть можно. Да. Странно, что тут сосиски очень быстро пожарили. Да, быстро. Время спать пора, у нас тут мясо дожарилось. Зато мальчишки, да, зато мальчишки довольны. Егор зевает. Я помогал. Молодец, молодец, что помогал. Я был пожарным. Так. Время 10 часов вечера. Все мясо ждут. Ну как? Ну что, как-то хорошо. Чего же как? Ой. Доброе утро, мои золотые. Это в продолжение к вчерашнему видео. Наелись вчера мясо, как дураки на ночь глядя. Господи, еле уснула. Смотрите, это гранат зацветает. О. Дождалась, все ждала. Мало их что-то вообще, цветочков в этом году. Маловато.
Ну, в прошлом году слишком много гранатов было. В этом году мало. Ой. Мальчишки вчера прям были взбудоражены. Так им Дима понравился. Ну, совсем мало цветов. А ну, он там наверху есть еще. Дима им понравился. А он такой добрый, смешливый. Все им объясняет. О, смотрите, петунья как разрослась. О, какая. Они прям такие довольные. Ой, как хорошо, что он приехал. Конечно, с бабушками-то. Интересно, что ли, им такой возраст у них. Как розочки распустились, розовенькие. Красота. Да, тут мужик молодой, веселый. Конечно, хорошо. Так. Видите, они тут прям два куста рядом. Ой, какая прелесть-то. У меня уже в привычку вошло вам по утрам показывать чего новенького. Вот эта розочка, но она какая-то, не знаю. То ли ей тут цвета не хватает. Вот вчера я вам показывала, по-моему, розу эту. Уже вот две здоровых и третий бутончик. Сегодня обещали дождик с утра. Ну, что-то как-то... Не знаю. О, небо какое. Какой дождик. Привет, мой хороший. Привет, мой дорогой. Да, да, потереться надо, конечно. Пойдем молоко. Молоко пить пойдем? Коба. Черного нет, шляется где-то. Пойдем, пойдем. Пойдем, мой золотой. Пойду молоком поить. У нас тоже это ритуал. Ну, скажи, другое дело. Это я обращаюсь к Лиле. Лиля, вот я сделала 52 сантиметра. Не коротко это будет. Смотрите сами. У нас тоже шеи лебяжьи. Вот так вот. Если подлиннее, я сделаю подлиннее.